встречаете таких же любознательных непосед первоклассников. Первоклассники, мы вас ждем. Минуты летят, нет уже перемены. На веле, и близится срок. Сейчас звенит по весенним просторам ваш самый последний прощальный звонок. Весенний ветер веется свободней, и радостно, и грустно вам слегка. Торжественно вы собрались сегодня на празднике последнего звонка. И словно заодно зеленый май, хотим слова хорошие найти. Всего-всего вам в жизни мы желаем и говорим счастливого пути. Пожелаем вам удачи, хорошо экзамен сдать, чтобы только двоек-двоек в аттестате не видать. Всей души, ребята, хотим вам пожелать успешно на пятерке экзамены все сдать. Мы желаем вам счастья, успехов, удачи, чтобы вам никогда не терять высоты. И от всех первоклашек желаем придачу, чтобы исполнили светлые ваши мечты. Для вас поет 11 А класс. Воспоминания из детства близки и так далеки, порой мимолетны, как океан глубокий. Все, чем дорожил, все, что сердце просит, вдруг так внезапно от нас сейчас уходит. Уходит безвозвратно, уходит навсегда и не вернется уже никогда. Звучит последняя песня, звучит последний раз. Прощай, школа, прощай, любимый класс. Детство уходит, очень жаль, все проходит, но февраль кончается и март, начинается весна. Нашей юности пора.
11 лет прошли быстрее сказки. Ты выпускник, и оглянуться не успел, и нет в руках учительской указки, и нет в ушах приятельской подсказки, и стерся до последней крошки мел. Мы не торопимся проститься, и во сто крат теперь милей нам стали образы и лица родных своих учителей. Но миг настал, мы это знаем, и в свой прощальный звездный час вас благодарно приглашаем на школьный бал, на школьный вальс. Семнадцатый год, 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Наша школа свято чтит память защитников Отечества, погибших, защищая Родину. Ведь именно благодаря им мы можем видеть мирное небо над головой. Мы просим возложить цветы к стеле герою Советского Союза Новикову Ефиму Васильевичу. Давайте скажем спасибо родным учителям и подарим им цветы в знак любви, признания, доброты.
сны. Уже не надеясь на чьи-то подсказки, вы сами решать все задачи должны.